Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Renault Captur. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим вот данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну, пока ждем, мы пообщались с автовладельцем и предложили им проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он Bulkshot. Толщина его 7 мм. Ну, пока сохнет, работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!